поселке 113 километр с самого утра оживления. На улице Лепеговской дорожные рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Специалисты профильного департамента отмечают, долгое время автодорога по Лепеговской вызывала нарекания надзорных органов и местных жителей. Ее невозможно было привести в нормативное состояние с помощью только поддерживающего ремонта, аварийно-ямочного. В связи с этим принято безотлагательное решение о начале работ большими картами по всей ширине проезжей части. Ремонт выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Замене подлежит около 2500 квадратных метров полотна. Неделю назад было отфрезеровано покрытие. Также сейчас установили все люка колодцев на высотной отметке под верхний слой проезжей части. И уже начинается укладка верхнего слоя покрытия проезжей части из щема 16 ПБВ. Ранее, на прошлой неделе, когда работы стартовали, специалисты уже сняли старый слой, который был сильно разбит. На некоторых участках, где было необходимо, выполнили укрепление основания, чтобы дорога после ремонта служила дольше. Было разрушение основания тоже. Также были нарушены высотные отметки. Мы заменили 700 квадратов полотна основания. Это применили щебеночная замена основания, песчаное основание. И также слой уложили выравнивающие. На каждом этапе контроль за выполнением работ выполняют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Свежий асфальт они проверяют в лаборатории, контролируют и соблюдение всех нормативов. За ремонтным процессом наблюдают и общественники. Для местных жителей это одна из основных дорог. Она соединяет все дворы и ведет к остановке общественного транспорта и выезду из поселка. Горожане с нетерпением ждут завершения работ, каждый день оценивают, как они продвинулись и насколько активно трудятся рабочие подрядные организации. Естественно, каждое утро они приезжают, пригоняют технику, то есть с утра где-то в часов 8-9 они начинают свои работы, и, конечно же, мы все это видим, наблюдаем и очень этому довольны. Ждем, конечно, когда это они нам дорогу нашу откроют, и мы начнем по ней свое путешествие. Завершение всех работ ожидается ближе к концу июня. После этого будет приемка работ, и если претензий к подрядчику не возникнет, то на дороге вскоре выполнят и нанесение разметки. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.